Что вы думаете про Евросоюз? Что думать? Вроде бы Евросоюз нам помогает, а на самом деле ничего мы не получаем. Как была наша маленькая пенсия, такая она и осталась. Зарплаты были низкие, так и остались, повышать только учителям. Но... А про проекты, которые европейские в нашем государстве слышали? Про... Ремонты в садике прошли хорошо. И освещение есть. Ну, на дороге еще нужно, на дорогами поработать, потому что... А вы бы хотели, чтобы Молдова вступила в Евросоюз? Хотелось бы. Хорошей жизни все люди хотят. Спасибо. Как вы на это смотрите, на то, что Европа выдает нам очень много помощи, очень много помогает? В новостях говорят, что вот столько денег получили, столько вот помощь получают, но мы привыкли в Советском Союзе жить по коммунизме, а там совсем другие законы, совсем другие. Я понимаю, но получается, вы живете прошлым. Сейчас молодежь уже не хочет, не знает вообще. Я не знаю насчет молодежи, но я... Вы за вступление в Евросоюз Республики Молдова или нет? Против. Почему против? Потому что я воспитывался, учился, служил при социализме. То есть в Советском Союзе? При Советском Союзе. Евросоюз, я считаю, что ненадежная. Ну вот за 30 лет вы видели какие-то изменения в нашей стране к лучшей стороне, к худшему стороне? В Молдове, я вам скажу, что трудно очень в настоящее время. Потому что очень часто выборы, очень часто меняются руководители, и они не могут ориентироваться, понимаете? Только вступают в дело, вот тут начинаются опять стачки, это нехорошо. Другие партии ставят подножки, нету сплоченности. В России около 600 евро зарплата, еще даже меньше. Потому что в Румынии где-то на 150 евро дороже, ну, больше заработная плата, чем в России. В Румынии, которая в несколько раз меньше и по количеству населения, и по... Она поднялась за счет Америки. За счет Америки, за счет Европейского Союза, потому что они вступили. За последние 12 лет там очень много поменялось. Дороги очень хорошие. Заработные платы в 700 евро в месяц, где-то так. Пенсии в 3-4 раза больше, чем у нас. Где-то 165 евро. Минимальная пенсия в среднем где-то 350 евро, по-моему, пенсия. Но сейчас Турция именно помогает, финансирует. Да. А чем именно? Строили дом престарелых. Турция строила. Больницы все подняли на руки, какие-то нам запросили больницы. Значит, Турция помогает своему народу? Да, много помогает. Школа работает, дает. Разная помогает. День газ, пожалуйста, без как раз неоднократно. Эрдоган приезжал сюда неоднократно, поступал. Ну, он тоже обещал перед народом, что поможет всячески. А скажите, у вас язык гагаузский, да? Но он сильно различается от турецкого или понимаете? Есть, понимаем. Понимаете, но есть... Различия есть. Спасибо вам большое.